Все экстренные службы в одном месте. Сегодня днем Кировчан перепугало большое количество спецслужб в одном месте. К 5-му корпусу университета на улице Карла Маркса приехали кинологи, реанимобиль, сотрудники МЧС и ГИБДД. Из-за такого количества сотрудников разных спецслужб можно было подумать, что произошло что-то серьезное. Сотрудники МЧС начали вскрывать люк у здания, видимо, для подключения пожарного гидранта. Студенты и сотрудники колледжа в это время находились на улице, но, как признались, об эвакуации их никто не предупреждал. Вышли, чтобы посмотреть, что происходит. Как стало известно позже, в здании нашли подозрительный предмет, поэтому и были вызваны все спецслужбы. В итоге выяснили, что опасности он не представлял. Напомним, что это третья эвакуация в городе на этой неделе. В понедельник после звонка с сообщением о якобы минировании аэропорта были эвакуированы пассажиры и сотрудники Победилова. Во вторник какое-то время персоналу, пассажирам и провожающим ЖД вокзала пришлось провести на улице. По словам очевидцев, эвакуация началась после сообщения о минировании здания вокзала. Информация оказалась ложной.